Мы пришли домой уже. Парень нам домыл машину. 250 рублей стоила мойка. И 50 рублей Сережа дал ему. Потому что он старался. Чаевых. Машина у нас чистая. Мы, значит, дома все положили. Попили, очень сильно пить хотели. Вот наша машинка теперь чистая. И теперь мы пойдем на пляж. Время 6. Просто искупаемся. Загорать уже не получится, но искупаться. Чуть-чуть побыть на пляже. Как раз хорошо сейчас вечером. Сережа теперь не расстается со своей штукой на голове. Доехали мы, поставили машинку. Время сейчас 6:30. И идем на море. Кстати, народ вот идет прямо на море в это время. Это очень жарко днем было. Солнце. Как раз сейчас солнце стихло. И как раз отличная погода для того, чтобы сходить на море. А море теплое. Так что вот люди идут. И мы сейчас идем туда. Дошло. Что дошло? Дошло до самого драгоценного. Какого драгоценного? До краника. До краника? Дошло. Посмотри. Вчера была вода чище, чем сегодня. А? И вчера была вода чище. А ты можешь здесь? Кто так? Что, я готова вот так дебильно в эту пацану. Ой, ой. Да ниже опусти. Что? А, готова? Я клаюсь. Давай. Смотри. Грязная вода. Раз, два, три. Ой, теплая, слушай. Если так получится, теплая. Думаешь? Теперь не страшно, если это даже. Кидаться. Не надо кидаться. Пока. Не надо, какую, очень грязная вода. Нет, грязная. Пробка. Подарок из Африки. Это из Африки? Видишь. Что это такое? Пробка. Не надо меня какушки делать. Что ты делаешь? А Маша меня научила. Это стрельба. Так купайся. Так не надо. Что в камеру попадешь. Купайся и пошли. 10 минут купаемся, выходим. Поехали домой. Да. Все, я под воду. Рит, нет, а? Я запрещаю. Грязная вода. Ну почему? Грязная. Вода. Грязная. Нормально, все хорошо. Грязная. Я вон свою ногу заведу. Нет, грязная. Я не могу без ныряния. Я, значит, не купание. Просто покупайте и все. Так вот, посиди водички. Она грязная. Влавай лучше тогда. Звездочка. А что если звездочка взялся? Вода грязь, очень мутная. Что мутного здесь? Смотри, какая была снежная вода. Нет. Вот туда грязно. Да, вот пойдем. Ну, может, там будет чище. Там техническая зона. Да вот так и пойдем туда. Еще собака не что-то купается уже, догадались бы. Ё-моё,
в речку какой-то собакой. Вот собачка бегает. Ну там мальчик лежит. Папа с Даней пошли купаться. Закат красивый. Музыка играет. Обычно мы вон туда ходим, вон туда. А сейчас мы пошли в другую сторону. Вот как выходим из главной как бы аллейки, пошли не налево, а направо. А обычно мы вон там вот загораем. Да и там сейчас народу много довольно. Вон выходит, по-моему, уже. Накупались, что ли? Мотоцикл водный ездит. Пошли туда, здесь плохая вода. Вода грязная. Да, купались? Туда, вода грязная очень. Туда купались? Да. Туда пошлите. Будет еще купаться? Не знаю. Туда пошлите, там чище всегда было. Да, пошлите. Сейчас-то вытрись пока. Там чище вода. Я видел, куда шли, уже было про чище. Собак еще потащили купаться. Бегемота тебя протащили бы. Собака тоже, значит, купаться хочет. Все, посидите. А, ты думаешь, бездомные собаки ходят и ходят в воду? Где ты видишь с бездомных собак? Куча, да, сейчас нет. А тем более там техническая зона для катеров. Какая разница, мне неприятно это. Есть и собачий пляж, пока туда ходят на собачий пляж. Перешли мы на свое обычное место, потому что там вода была какая-то грязная, стаканчики какие-то валялись. Собака купалась, катера катались. Нам не понравилось. Вот здесь вот опять мы перешли, здесь народу меньше, как всегда. Вот напротив этих домиков мы. Здесь людей меньше и вода как-то почище, потому что, видимо, там много народу, и они бросают все в море. А здесь народу мало, вот и бросают меньше. Так, Сережа с Даней пошли опять в воду. Водичка теплая, хорошая. То, что солнца яркого нет только. Но это и хорошо. Солнце, кстати, вот сейчас такой красивый закат. На море такая красивая дорожка. Очень красиво, небольшие волны. Солнышко садится.
люди купаются. Данька ныряет, смотрю. А все. Рядом что-то ноги торчат. Там тоже мальчик, что ли, купает себя. Люди играют какую-то игру, там на банане катают. О, папа. О, мама. Смотри, как люди с палатками, да? Тенечек, чтобы у них был. Ну, может, они здесь спать будут. Папа. Видишь, вещи, ну, видишь, все провесили. Видишь, нет, вот это наш пляж. И с этой стороны нам нравится намного больше, чем с той. Там грязно все равно. Вот, наверное, знаете, что там грязно? Народу больше. Больше народу, больше грязи. Ну, там и дети. Да. Лагерь. Плюс народ. Вот они попили там квас, покупаем. Кинули стаканчики и все. Тем более там еще рядом бак мусорный. С него может тоже что-нибудь прилететь. Когда мусор кто-нибудь мимо кинул. А здесь меньше народу, соответственно, меньше грязи. А кто его забрал у меня? Ничего. А, папа. Самолет улетает, мама его не снимает. О, как красиво. Похоже, как будто это дракон. Папа, посмотри. Похоже, что это дракон, а это его крылья, па. Смотри. Дракон, а это его крылья. Это вечный песок, это пустыня.